А идем мы с вами. Здравствуйте, мои дорогие. Мяу, ты тоже здороваешься, ты мой хороший. Вот. А идем мы с вами в Черноморском. Не абы куда, а на аллею звезд. Вот это аллея звезд. Ну, я не знаю тут, как к этому относиться. Вот. Это вот персональной звездой награждаются. Арт Крым, Антон Зацепин. Я не знаю этих людей. Но вот, видимо, так выглядит, должна выглядеть аллея звезд. Да, замахнулись-то прям. Прям рядом с гаражом. Ну, смех и грех. Иногда вот... Ну, иногда даже слов не хватает. Вот так что это аллея звезд у нас тут такая. Вот. Ходила я на почту. И мне пришла опять посылка. Вот доберусь до дома, буду распаковывать. Интересно. Сегодня моему сыну день рождения. Как быстро они выросли. И уже совсем взрослые люди. Я раньше удивлялась, как это так. А на самом деле, чем старше они становятся, тем почему-то чаще вспоминаешь, какими они в детстве были. Что вытворяли. Грустно так немножко. Когда твоему сыну 38, сразу понимаешь, как много тебе лет. Что вот это вот за ягодки, не знаю. Да, осень, и у тебя в твоем возрасте осень. Каштаны такие, как ржавые листья. Таксисты загорают. Нет курортников, нет работы. Мне кажется, уже нигде нет, наверное, вот таких киосков «Союз Печать». А тут есть. Вот, покупаю сколько вазелина, чтобы смазывать формы для бетона. Привет, привет. Ты пришел проверить, что я делаю? А то тут из металлической не могла выбить. Из формы пришлось расколотить. Села во дворике посидеть. Нога не дает ходить далеко. Приходится отдыхать. Ой, погода хорошая сегодня. 23 градуса обещали.
еще товарищ лежит в кустах. Ой, сколько тут собак, котов. Вон, и водички сразу попить есть где. Ты мой хороший, как я люблю овчарок. Ой, обожаю. У меня в молодости была овчарка. До сих пор помню. О, какой. Пожилой мальчик. Ой, я со своим цементом вообще забросила все. Смотрите, как гранаты висят. Прям того гляди ветки сломаются. Эти маленькие. Представляете, какие здоровые. Вон какие огромные. Прям хорошие такие. Ну, инжир уже так вот. Там по одной, по две штучки. Так-то я все переработала, собрала. Уже все отходит. Розочки зацветают. Вон еще будут цвести. Ой, а вот хурма, не знаю, когда ее собирают, но она еще такая жесткая. Не знаю. Но ее немного. Это дерево первый раз плодоносит. Штучек 8, что ли, всего. Эть, Филька. Филька. Филя. Здоровый вырос. Вот еще бы кто убрал бы всю листву. Only to move when the tide